Девочки, всем доброе утро! Вы все знаете, что я третий день на ПП, и сегодня я приготовлю вкусный завтрак. Просто я разморозила свою семгу, которую мариновала в апельсиновом соусе, и она будет сегодня тут главное. Ну что, девочки, приступим. Беру свою семгу, которую я мариновала в апельсиновом соке, потом замораживала. Кстати, способ годный, она как новенькая, реально можно замораживать. Круто, рекомендую. Творожный сыр, правда, я не знаю, в каком месте здесь ПП, творожный сыр, семга, маринованная в сахаре, в соли. Но нашла, тем не менее, этот рецепт среди ППшных. Напишите вообще, что вы думаете. Ну что, девочки, попробуем этот мой завтрак. Не знаю, окажется он вкусным или нет. По поводу ПП, ну как бы я уже сказала, я готова поспорить. Слушайте, ну сочетание сочетается.